О чем писать и будет ли это читаться? На неделе в Минске собрались те, кто диктует современную моду на литературу. А это ведущие писатели из Беларуси, России, Казахстана, Литвы, Таджикистана и других стран. Всего около 600 авторов. Говорили, конечно, и о современных и неизбежных проблемах. Мол, молодежь читать не хочет, тиражи книг тают, да и кино со спецэффектами хлеб отбирает. Но, несмотря на трудности, писательское братье намерено наступать. Словом, Анастасия Иванникова продолжит. Они облетели весь мир, стали читательскими хитами и лидерами продаж. «Голодные игры», «Дневник Тихони», «Марсианин», «Гарри Поттер», «Акунин» практически любая книга. Бестселлер в дословном переводе с английского «Продаваемый лучше всех». Подобного звания бестселлер 20 века в зарубежной литературе заслужили книги Стивена Кинга, Агаты Кристи. Но есть ли подобные явления и подобный топ-лист в белорусской литературе? «Властвует собой, учила жизнь не год нас и не два». Дай Бог нам никогда не стать экзаменом, как прятать чувства, безразличие, слова. В этот книжный магазин Наталья Батракова, как позже признается сама писательница, пришла с особыми чувствами. Как-никак, именно здесь прошла презентация первой книги тогда еще никому неизвестного автора. Сейчас ее романы на полках магазинов уж точно лежать не будут. Вторая книга «Мига бесконечности» разлетелась за несколько недель. Даже за автографом от Батраковой идти пришлось со своим купленным в тот самый пик продаж томиком. На всякий случай. Безусловно, это очень приятно, но тут же стало необходимо допечатки тиража. И вот на этой неделе и вот в магазине уже появился «Миг бесконечности 2», но это уже дополнительный тираж. Вот дополнительный тираж 2000. Пока коллеги по цеху называют именно Наталью автором современных белорусских бестселлеров, что, впрочем, объективно, сама же Батракова свою популярность воспринимает по-другому. Транспортник по образованию, она даже не предполагала, что ее территория души и площадь Согласия разойдутся в считанные дни. Быть может, минская атмосфера и минские улицы привлекли тех самых минчан. Соскучились наши читатели вот именно по городскому роману, чтобы герои были такие же, вот, как реальные персонажи, которые точно такими же заботами живут, точно так же вот переживают какие-то события. «Предлагаю убить Анечку», вдруг сказал Женька. Сказал тихо, но горячее обсуждение сразу же оборвалось. Женька просто так говорить не стал бы. Анечка охнула и прикрыла ладошкой рот. Она во все свои огромнейшие глаза смотрела снизу вверх на Женьку и не верит, что он вот так просто. Неожиданные ходы, повороты сюжета и иронические формы – это творческий тандем, представление которого будет лишним. Андрей Жвалевский и Евгения Пастернак. Харизматичные, интересные и словно дополняющие друг друга точно такие же и книги авторов. Сами в этом признаются. А на уже ставший привычным вопрос, как удается писать вдвоем, писатели, улыбаясь, отвечают. Мы так говорим, так и пишем. Перебиваем друг друга. Ну, правда, мы пишем по электронной почте, то есть друг другу отсылаем фрагменты. Ну, последнее время мы очень любим писать вместе. Вот только угадать вкусы своего читателя довольно непросто. Сами проводили опрос, признаются авторы. Разброс удивил. Больше 100 книг в предпочтениях. И это только ученики 6 класса. Как сделать книгу популярной? Интернет? Быть может, и статистические ходы? В меньшей степени. Экранизация? В этом случае угадать никак нельзя. Как только на обложке появились фотографии актеров, вот этот тираж продавался гораздо хуже, чем предыдущий. Почему-то так. Да. Получилось так, что скорее книга помогала фильму, чем наоборот. Но, как правило, получается с точностью да наоборот. Клиповое мышление определяет. К примеру, у модного нынче фильма о фантастических существах хорошие кассовые сборы. Имя Джоан Роулинг здесь сыграло ключевую роль. Уж сколько сегодня продолжений и интерпретаций знаменитой «Поттерианы». Как раз «Поригатор» вышел из-под пера нашего автора. Директор издательства посмотрел и сказал: «Ой, прекрасная книга, мы будем это издавать. Ну, издадим 1003, ну ладно, 7, все-таки тема такая горячая». Как только это дошло до книготорговли, сказали: «Что? Какие 7? 70». В свою очередь, белорусским издателям здесь есть что ответить. В руках свои козыри. Белорусский рынок не настолько большой. Впрочем, во многом из-за этого авторы идут к российским коллегам. А ведь для нашей страны даже 3000 – это уже свой местный бестселлер. У России шмат выдавецтва, которые имеют достаточно великую финансовую базу, и они могут рисковать. Чи можно это в Беларуси? Рисковать пробовать можно, але не треба забываться, что белорусский книжный рынок нельзя сравнивать с российским.
В наследство нашим внукам останутся в Фейсбуке 100 тысяч инстаграмок божественной еды. Кем были наши предки? Они творили луки, их радовали в пати, но иногда коты. «Богиня» или «Плач домохозяйки» – именно так она назовет свой первый поэтический сборник. Впрочем, популярной стала далеко не благодаря ему. У Тамары Лисицкой секрет успеха свой – телерадиоведущая. Уже потом она зарекомендует себя как писатель о Минске и белорусах. Для продвижения товара под названием «Книга» все способы, в общем-то, хороши, я считаю. На первом этапе это, конечно, помогает, но только на первом этапе. Потому что все равно дальше тебя начинают читать буквы, начинают читать эти мысли. Уже потом пошли фильмы, этакое еще и кинопризнание. С одной стороны, с другой – хорошая реклама книжного продукта. Где ты в Москве видел тихий центр? Все, хватит. Нашумелись, покуражились. Пора пожить для себя. Мой тихий центр после того, как появился сериал, мы тираж сразу же и распродали. Посреди деревни стояла притягательная марева. Нечто похожее мне довелось увидеть в фильме про ядерную войну. Там рвутся заряды света и тепла над сонными городами. Может, эти книги бестселлерами в классическом понимании с высоким тиражом и большим спросом не назовешь, здесь своя популярность. Рассказы в стиле метафизического реализма стали ярким примером восточноевропейской научной фантастики для американских подростков. «Красная баронесса», «Энергия», сначала Беларусь, Россия, Украина, чуть позже заокеанский маршрут, детройтский журнал. В старших классах начал рассказы писать, отправлял их на какие-то уже почившие литературные журналы, там они получали хорошую критику, то есть люди отзывались довольно неплохо. В его творчестве все на грани, которую пересечь нельзя, но быть здесь интересно. Его рассказы о нереальном будущем с мистическими нотами. Правда, в Беларуси на полку с надписью «Бестселлер» переходят книги с понятным сюжетом, близкими героями. Уверен, молодой писатель-фантаст. В прозе философской, интеллектуальной, о вечном до массового читателя достучаться намного сложнее. Довольно скудный мир бестселлеров, потому что продажи не могут быть большими. У нас не такая большая страна. А литераторов качественных очень много. А на неделе Анастасия Иванникова, Сергей Васюкевич, Тамар Малак, Игорь Синюта и Валерий Наубенко читали, перечитывали и пытались найти на книжных полках белорусский бестселлер.